Лам-пам-пам-пам. Лоис Повер. Какого? Седой волос? Ваш волос потерял былую насыщенность? Выгляжу на 12, а уже седею. Какого хоббита? Попробуйте антиседин для мужчин, когда седой волос всего один. В рот мне смузи, я спасен! С антиседином для мужчин, когда седой волос всего один, обретите... С антиседином для мужчин, когда седой волос всего один, обретите вновь уверенность в себе. Да я и раньше не был особо уверен в себе, а тут такое. Просто проведите кисточкой по седому волосу. Катись оно конем, бесит. Нет ничего проще. Жизнь дерьмо. И никто не заметит разницы. Чё? Это что, седой волос? Также от создателей антиседина... Да вы издеваетесь, что ли? Новинка. Антиседин для мужчин, когда седой волос уже не один. За что? Ты с кем разговариваешь? За что? Лам-пам-пам-пам. Лоис Овер. Это была почти первая наша озвучка. Ну или как мы ее называем, Лоис Овер. Понятно, что чем больше лайков и репостов наберет видос, а канал подписчиков, тем бодрее будут выходить наши новые Лоис Оверы. Так что немножко гипноза не повредит. Понравился видос, лайк, репост, подписка. Понравился видос, Лоис. Лоис Овер.